1906 году Уильям Гершель доказал, что это планета. Уран почти полностью состоит из газа. Только в центре этого великана имеется твердое ядро из камня и железа. Метан придает атмосфере красивый голубой цвет. Ось вращения Урана перпендикулярна осям вращения большинства планет. Получается, что Уран словно бы катится на боку. Ученые считают, что когда-то Уран пережил страшное столкновение и опрокинулся на бок. Год на Уране длится 84 земных года. У планеты есть 9 темных, очень узких колец. Температура на поверхности составляет около минус 220 градусов. Вокруг Урана вращается 5 больших и 10 малых. Астроном Боде дал планете временное имя Уран, взятое по традиции из античной мифологии. Впоследствии именно это имя и стало официальным именем планеты.